сегодня 27 ноября. Едем на рыбалку здесь с Сашей на валюрий. Душить щук. Погнали! В общем, вчера были мужики здесь на льду, наловили щук, вот на вот это. Попробуем. Я поставил 6 жерлиц, 1 капкан, намою его сразу же. Сейчас будем ловиться. Руки воняют, кстати, мой вон, аж съесть охота. Там такая блесенка у меня еще с собой сегодня. Моя летняя, кто смотрел видео, летний помнит ее. Такой еще джик, головка. Вот просто на прошлой рыбалке такую отрывал, такую эту бронзовую. Сука, нет никого, прикинь. Съела, блядь. Да. Вот че мой его хреново, она ее сбивает. Она, ну, разваливается. Зараза, сбила, блядь. Мой его и свалила. Пьет пить кофе с молочком. Всем доброго утра. У кого утро? Мотать. Он захватывает. Че, дергаем? Подожди. Пускай разок еще идет. Она, может, уже сбила даже. От мыла она сбивает, нахуй. Почему капканы ставят здесь? Не, похвать. Может. Ты дура. Особенно большие, они не предсказуемые. Ну, вот и нихуя. Может, она просто, блядь, упала, видишь? Ну, ну а клевый. Не, была рыба, да. Не, видишь, зубы. Везде. Да, это не зубы. А чё это, блядь, больная рыба, ну? Ну, я так мой, блядь, попросил. Наконец-то. Еще одна сработка. Нахуй. О! Есть хорошая щучка. Наконец-то, блин, мыло сыграло, сработало. Есть? А? Есть. А, вот здесь что-то сразу? А, капкан же, ёпта. Видишь, какие сразу? Да, тут вещь вообще. И все. Сучка. Бля, большая слишком. На пополам делаю. Мотает, мотает. Съела мой его, зараза. Плеску поймали. А нет, там что-то... А нет, смотри.
Что-то как-то прям наш идет очень жестко. Как будто в мороженое, но. Сейчас стрелится. Все. Да, зацеп там хорош. Здесь бревно на какое-то, да? Да блять, почему она идет там? Как будто в лед мороженое. Блять. Леска, кстати, прикинь, разная. Одна толстая, что-то одна тонкая какая-то. Леска? Ну, плетенка, то есть. Спинник вытащил. Опять уперлась. Ну, все, теперь конкретно. Угу. Как это странно тянулось. Так, надо с собой мойлу сразу взять. Нет никого. Просто сбило и все. Не понравилось ему. Сука. Как сорвала? Ну. Просто сбило, получается. Что-то кусануло, хотела. О, зубы. Нет, есть. О, блядь. Давай на 8 килограмм хотя бы, минимум. Девять. Покрупнее, да? Ну да, покрупнее. Вот, сука, сука. Хвостом пошла. Она показала жопу, тварь. Ух ты, блядь. Сука, хорошая была. Сука. Лисяш, куда идешь? Ой, по грибы. По грибы. Грибы все. Смотри, мотан, крутится, крутится. Смотри, опять дальняя. А я еще пошел, прикинь, она мойву съел. Мне пришлось уже возвращаться за мойвой новой. Крутит? Крутит, да. Ты сразу подсекай, не жди ничего. Пока она в зубах у нее. Смотри, опять, значит, да, она дальше стоит жарится. Да? Бросил, опять что ли бросил, блин. Подожди. Значит, там еще. Переворачивается. Че шепотом говоришь? Может, не слышишь? А вдруг? Вдруг слышит, да? Да, у тебя какая-то фирма Слава. Это певица Слава делает. Жерлица. Все бросила. Не надо бросать. Не бросай. Да не, бросила, бросила. А что было? Целая была, маленькая. Такую ставила. У тебя еще какой-то двойник здесь стоит. Ну там у меня есть тройники, есть двойники. Подождем, она может стоять, во рту держать еще. Вот никого. Ну, надо, ну, когда крутить, надо сразу дергать. Ну, блядь, мы же подошли, блядь. Она бросила.
В общем, жерлиц у нас стоит. Тьма тьмущая. Заминировали полностью водоем. И Сашин поехал еще вдалеке еще ставить 6 штук. У меня вон возле бурана 3 штуки стоит. По кругу. Тут Андрюха ловит. Я сейчас на елунку стал. По-моему, 4 штучки вытащил. У меня еще вон жерлицы стоят везде. Здесь на малька живец насажен. Капканы. Короче, до хрена всего стоит. Ну, как бы они срабатывают периодически. Ловятся. Даже на капкан, вот сейчас у Андрюхи ушла килограмма, блин, на под трешку, наверное, точно ушла. Хорошая щука была. Как-то, не знаю, как она так сорвалась с капкана. Ну, матерая была. Поднял, короче, хвостом полезла в лунку. Чуть-чуть не тащила. Хорошая щучка. Да. О! Да так уже тяни ее, ты вытащил уже. Она уже туда не полезет. Да, да. Ну это уже душечка точно. Видишь, как ее? Ага. Да, душечка. Саня опять. Ничего. Ну такая же там у тебя была. Душечка. Сюда она реально что-то утянула. Ну, я думал, да мне капкан. Это-то хер с ним, капкан жалко. И вода выходит. Тащит. Ну, что-то тут давит. Трешечка, ну. 300. 3300, короче. Ну, нормал, выжи. Ага. Еще одна сработка на капкан. Хозяин бежит. Во, сидит. Вот. Нормально. Дядя Саша так посмотрел, типа, куда я иду? Я только смотрел, не было, блядь. Я тоже посмотрел. Да, ну тут заебать подернул. Сбило, походу. 3300. Щука. Ну, второй раз смотрю свободу. Я сейчас одну там, одну здесь поставлю тоже. Ты видишь, ручей или что, хер его знает тоже. Блин, ну щуки здесь много реально, да? Ну так видишь, как она. Не, молчит. Она там она тяни, там нет ничего. Походу просто сбило сука. Ну, вчера. Размотала, блин. Хорошо размотала. Уже третий раз она срабатывает, и ничего нету. Опять размотала. О, дядя Саша, давай, мы в тебя верим. Верю я в тебе, пожалуйста. Да еб твою дисконфлар, блядь. Блин, нет, чтобы взять крючок, блядь. Сейчас. Дёргай, смотришь.
аккуратно. Прошел день. Прикинь. Вот она. Смотри ее. А нет. Не, нормально, не хорошо взорвало. Прям хорошо за губу, ну. Вот они, щучьи капканы. Марш-бросок. Давай. Дядя Саша, я в тебя люблю. Сука, ну что ж такое-то, пошла. Дядя Саша идет довольный, блин. А, нифига, у тебя вообще большая, да? Довольный. Живца вот одного поймал тебя. Живца несешь, давай. Да. О! Пойдет на живца? Пойдет. Это уже, наверное, 4 с чем-то. Пойдем померим. Пойдем померим. А чем будем мерить? У меня есть. Давай свою нулька. Поднимай. Вот, блин, я что. Не-не, я там буду цеплять. Зацепился, все. Там, держи, на, да, собьюсь. Они сбились, пока мы поднимали с тобой. Но! Они еще это замерзшие чуть-чуть. Ну надо ж это. Вот по нулям. Снимаешь, нет, сним. Ты хоть направь, блядь. Во. Ну, короче, 4300 почти. 4225. Да. Если быть точнее, да? Как Андрюха. Это все я. Это все он, да. На, держи свою щучку. Нет, держи сам. Да нельзя, она же побьет. Ну, положи. Она же живая еще. Нежно. Время 3:30 уже. На снегоходе так прокатились, чтобы все по всем жерцам, чтобы шум поднять. И одна сработала. Походу опять. Сбила. Попробовала. Попробовала и все. Тишина. Был бы здесь живец, карасик. Я ж тогда ловлю на этом, на сырковом. Мужика штук 30-40 стрижевского. Ну. И он гоняет, гоняет. Вот когда ты-то там. Да, попал, да. Да. У него одна за одним сработает и все. Правильно, а, конечно, у него же, блядь, эти нахуй живцы купленные. Ну. Маленькие. Карасики. Такие. Да. А я поставил окушки, она окушка не хочет брать.